Всем привет! Это наша любимая игра «Родина». У нас было обновление. Сладкий день рождения. Мы празднуем день рождения игры «Родина» и изготовляем продукцию в трех заводах. Это хлебопекарня, сахарный завод и молочный завод. И собирая продукцию, не всегда, но иногда у нас вылетает приятный сюрприз, который мы можем потом обменять. Давайте начнем. Я без вас ничего не меняла. Так, 7 штук уже есть. Тут теперь мы получили первый подарок до коллекции, скажем так. И вот пошли дальше. Ну, первое, видите, было 15, второе 60. Ну, дойдем до 300, скорее всего. Второй подарок уже должен быть более полезный, скажем так. И это очень приятно. Я, к сожалению, цветочек выпал. Пока не могу купить себе новый заводик. У меня не хватает 20 тысяч, но мне есть к чему стремиться. Так, есть. Кстати, обратите внимание, что неплохо выпадает опыта и денежек параллельно. Что нам может пригодиться? Кто там сегодня смотрит мое видео? Если есть возможность, помогите с корабликом, пожалуйста. Взяла кораблик, вроде как неплохой, но квас буду делать очень долго и нудно. И купить у меня его почему-то не получается. Можно купить все сегодня, кроме кваса. Ну, так всегда, как обычно. То, что больше всего надо, того, конечно, и нет. Даже вот рыба в кляре была. Была. Так, ну что, я сейчас пойду проверю своих туристов. Может, они нам деньжат подкинули, и все-таки надо на заводе 80 тысяч собрать. Ну, особо не подкинули. У меня, кстати, очень-очень скоро, скажем так, на днях уже должен закончиться уровень. Печалька, только два завода смогла. Так, до свидания. Такие вещи ничего нет. Тут у нас что? Тут ждем еще две лепешки. И будем отправлять. А до следующего мне еще ого-го-го-го. Собирать, не собирать. Очень прилично. Так, а тут новое ничего не появилось из деревьев. Нет. Как был банан, так и есть. На 73-м появится киви. Очень плохо, конечно, что мало у нас пил. И у меня тут сухариков полно. А новые деревья надо ставить, новые кусты надо ставить. И куда ставить, спрашивается. Так, а ну я взяла. Не смогу. Не, не смогу. А жаль. А хотелось. А нет, есть. Вот 4 места, кстати. И тут собрала. Все вроде, да? Побежали. Я, если не ошибаюсь, где-то тут 4 места освободила вакантных. Ой, у меня есть конфетка. Чего-то я ее не взяла. Жадная, наверное. Решила туристам не давать, сама съесть. Так. Ну, еще лепушечка. Все продаем. Ну, пол стоимости у меня, скажем так, уже есть. Это радует. Видите, новенький. Но у меня для этого нету меда. Ну, еще и масло. Ну, это буду я не часто это делать. И мед, и масло прям много хотят. Так, 3. Вот так получше.
О, тут тоже пришли. Денег принесли. Никого никуда нельзя больше отправить. А жаль. Я вам шапки возьму. Нет у нас шапок. Ни шубок, ни шапок. Ничего. Так, все, уходим. Так, я хотела немножко пшенички подторговать. Думаю, немножко посажу, пособираю, вдруг повезет, пила выпадет, а выпал гвоздь. Ну, тот самый гвоздь тоже не помешает, скажем так. Продаем излишки. Сейчас еще посажу. У меня сегодня время есть. Можно, скажем так, немножко нормально поиграть. Так, что садим? Пшеницу садим. Не будем менять ассортимент, скажем так. Ой, бедные животные. Стоят голодные, никто не кормит. Потом за яйцами приходят. А не будет яиц у голодных животных? Никаких. Так. Есть. Ну что там, коровки молочко принесли мне. Молодцы, конечно. Собираем. И теперь мне надо молочко распределить так, чтобы я могла еще сделать немножко на новый завод. И в то же время мне и сюда надо. И я еще хотела поставить. Раз, два, три. Так. Сахар у нас сегодня в полном дефиците, хотя он идет. Для акции тоже нужен. Ух ты, пшеничку уже купили. А знаете, больше пшенички лишней. Десяток еще продам, вырастет. Причем очень быстро вырастет. О, уже и выросла. Садим. Так. Десяток на продажу. Ой, я даже 20 штук сейчас продам. Сейчас уже опять выросла. Главное, чтобы покупали. Есть. Так, что там я хотела сделать? Хотела заводы поставить с кормом. Так, сюда. Есть. Так, троих накормлю, остальные ждите. Тут тоже вроде как троих накормлю, остальные ждите. Тут ждите все, да? А нет. Тоже могу частично покормить. Не, цветочки мне однозначно, конечно, понравились. Красивенькие. Ага. У них, видите, есть ограничение. 250 нектаров. С каждого цветочка можно собрать. А где они уже собрали? Хочу найти цветочек, который обидели. О, медик.
Ускорить нет, а вот мне еще три изумрудика не помешает выкупить еще один. Потому что по одной штучке это не прикольно. Кстати, давайте обратим внимание. Вот непонятно, сколько времени это делается. Вот, конечно, было бы интересно, если бы мы хотя бы знали, сколько минут мне ждать этот мед. Вот на остальных заводах везде я могу открыть и посмотреть, допустим, подушка делается 1 час 16 минут. Хорошо, объясните тогда, почему, когда я нажимаю на мед, я не вижу, сколько он делается. Или это у меня игра глючит, или это просто так задумано. А, обратите внимание, что в этом случае у нас увеличивается не скорость производительности, а объем, я так поняла, меда. Мне срочно надо 3 изумруда, чтобы открыть еще одно место. Так. Давайте заценим. По-моему, здесь можно вставить было с этим мороженое. А нет, это уже медовое мороженое, уже с переработанного меда. Так же само и здесь там. Да. А переработать нужны денежки. А денежек как раз у меня и нет. Печалька. У нас скоро закончится битва. Уже можно ничего не обрывать, 2 часа. В принципе, мы молодцы, мы очень большие молодцы. У нас даже София сделала 6 заданий. Обратите внимание, делали задания уже все правильно. Ну, кто не доделал чуть-чуть, но старался, это тоже, конечно, почетно. Конечно, Анастасия подкачала в этот раз. А кто... Вот 3 человека нас покинули. Причем самостоятельно подкинули. Мы никого никуда не выгоняли. Ну, кто не захотел участвовать, тот не захотел. У нас, получается, в битве участвовало полноценно вот 8 человек, считается. Ну, хотя минус там один. Призы мы на 15 тысяч получим все. Я, правда, еще не решила, что я беру. И у нас, по-моему, 3-е или 4-е место. Сейчас посмотрим. Ну, 3-е. Я не думаю, что они нас уже догонят, наверное. Хотя, сколько, смотря какая разница, в 1000. Ну, может быть, нас еще догонят, конечно. Ну, я надеюсь, что нет, и мы получим еще... Почетное 3-е место. Так, что это я? Квас, делаем квас. Все активно делаем квас. Еще попробовать купить этот квас. А вдруг повезет, называется. А что-то у меня прям так плохо все с этим. Сейчас посажу. Одна штука. Когда это я прозевала, я даже не догадалась. Так, проверить тут надо, может быть, где-то я с туристами что-то могу исправить ситуацию. Нет, пока никак. Мне бы 2 шапки, конечно. Было бы хорошо. А ну, 5 молока мне тоже не светит. Не, и не светит, и не греет. Жаль. Бывает. Так, пошла я друзьям помогать. Чего это я? Ой. Анастасия. Начнем с конца. Ой, я увидела у нее чемоданчик ничейный. Дайте изумрудики. А, нет, топорик. Топорик тоже хорошо. Так, Анастасия у нас любит горох. Музыкальная. Прикол, что у нее кораблик стоит, но помощь на кораблик не стоит. Ой, какой у нее хороший кораблик. Я бы ей, конечно, могла морожкой помочь, но она не попросила.
Почему, не знаю. И вот интересно, чем ей здесь помочь, я тоже не догадываюсь. Тупенька. Вот где ей здесь поливать? Так, Анастасия, флажок ставим рядом с тем местом, где нужна помощь. Вот это вот единственное, что я могу подумать. Ну, это явно не оно. Так, ладно, я от тебя ухожу. Я на тебя обиделась и ушла. Не показываешь, где тебе помогать. Несознательная. Так. Тут у нас что? Фонарики. Так. Насадили. Зачем я столько насадила сразу этих медоносных? Можно было по чуть-чуть ставить. Ну ладно, красиво зато. Так, Светлана. Ух ты, анима. А бывает. Михаил. Миша, Миша, я пришла тебе помочь. Или просто в гости. Тоже как повезет. Ну, по крайней мере, полила чуть-чуть. И то недаром приходила, называется. Чемоданчик дашь? Не? Миша сегодня жадный на чемоданчике. А мы ему не пожадничаем, мы ему дадим галстуки. На, Миша, наряжайся. Ну все, Машенька осталась. Ну, там не знаю, что у Машеньки еще. Я заходила вроде уже. Не, я сегодня у нее уже была. Это точно. Это что, сами шутки все играют? Ку-ку. Вот чем помочь? Могу только прийти поулыбаться. Пейнет нашла. Извини, Машенька. Тебе я так и помогла. Так, Настя, давай показывай. Прям заинтересовала. Где там тебе помочь? Почему я не вижу? Я внимательно смотрела. Ну, тут тебе зовут раз сухарик без познавательных. Два, три. Дальше я сухарики в основном и не наблюдаю. Ну, вот сухарик. Ну, тут тоже ничего не надо. Ой, ладно, буду я видео заканчивать, наверное. А то что-то оно затянулось. А хотела просто показать новую акцию. А в итоге наиграла уже на 17 минут. Так, что у нас тут? У нас тут сахарок. А сахарок дали, взяли, а подарочек не дали. Жадные якись. Блин, дайте кваса. Народ. Кваса хочу. Сорок 4000. Так. Покупаем пшеничку свеженькая. Только с грядки. Будем делать муку. И печь паски. Скоро. О, видите? Вам на что? Прорекламировать. Так, теперь надо еще раз посадить. А то слишком мало. Садим горох еще, потому что его тоже мало. Кстати, горох дороже продавать, но он растет дольше. Где-то так. Посадили. Что я буду ставить? Возьму, наверное, яичко. Кого-нибудь попрошу одно. Поставлю. Скажем так. Пусть будет. О, у нас квас. А у вас?
Да всего-навсего осталось, ого-го, сколько. Ладно, на этом я видео заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр. До свидания.